Дорогие гости, добрый вечер. Добро пожаловать на благословенные земли клуба Алексея Козлова, где сегодня школа Alma de Danza покажет и даст вам послушать и почувствовать настоящее в лучших традициях фламенко. С теми, кто сегодня выступает, часть из вас знакома. Танцует Вера Свиеденко, байлаура, если говорить канонически правильным языком, кантаора, или поет, Карина Радульса, и токаор, или играет на гитаре, Глеб Фокин. Мы в первом отделении пойдем по нарастающей. Сначала выйдет один Глеб и сыграет рондене. Затем к Глебу присоединится Карина, и они вместе исполнят, я специально посмотрю название еще раз, чтобы не ошибиться, тангос, а затем уже под конец первого отделения выйдет Вера, и они все вместе исполнят мартинетто. Если вы не знаете, что это такое, вам незачем гуглить, потому что вы очень скоро это увидите. Глеб. Thank you.
Thank you.
Mundo muere.
Меня слышно, меня видно? Прекрасно. Сейчас будет слышно и видно снова наших исполнителей. Мы пойдем точно так же по нарастающей. Сначала вы услышите только на одной гитаре гуахира. Потом выйдет Карина, и они вместе с Глебом исполнят соля. И затем опять все вместе, вместе с Верой, они исполнят «Тьентос тангос». И закончим «Фин де фест». Хотел еще сказать спасибо вам за то, что вы отхлопываете ритм в ладоши, делаете вот этот самый прекрасный пальмас. Очень приятное, очень теплое чувство, что мы здесь вместе. И при этом сейчас у нас будут достаточно сложные номера с, возможно, непредсказуемыми перебивками ритма. Поэтому давайте так, если вы захотите выразить одобрение, поддержку, делайте халявы, кричите «Оле!», кричите «Гуапа!». Ага? Да, нет? Хорошо, начинаем. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.